Электронная цифровая печать выдается как для физических лиц, так и для организации. Чтобы получить ее, вам надо обратиться в СОН, взять свое удостоверение личности, вам нужно иметь флешку, чтобы ее записать. Получив подпись, ее активируете в собственном компьютере, и вы, в принципе, готовы отправлять любые письма через портал ЕГОВ.КЗ. Вы начинаете с того, что вы открываете сайт ЕГОВ.КЗ. В правом верхнем углу есть опция «Войти». Вы заходите, заполняете свой BIN или ИНН и пароль. После того, как войдя в систему, вы идете в функцию «Граждан и правительства». После этого идете в электронное обращение. И открыв эту страницу, в правом верхнем углу есть такое оранжевое окошко «Заказать услугу онлайн». Нажимаете на нее, и после этого у вас открывается страница созданных обращений. Вот после идете в самый низ этой страницы, идете на функцию «Создать», и как раз у вас открывается окно, где вы формируете свое желание отправить письмо в государственный орган. Заполняете фамилию, имя, почтовый адрес отправителя, телефон. Получатель здесь набираете тот орган, в который вы хотите отправить, и краткое содержание вашего письма, и после этого выбираете файл. То есть письмо, которое вы отправляете в государственный орган, вы заполняете в Word или на своем собственном фирменном бланке, и потом его просто прикрепляете к функции при отправке в государственный орган. После этого нажимаете функцию «Отправить». И тут второй шаг – подписание. Здесь как раз вводится пароль, он стандартный. Вы набираете 1, 2, 3, 4, 5, 6 и нажимаете ОК. Теперь идет второй шаг – подписание. Здесь у вас выходят все ваши данные. И вы нажимаете на «Подписать», и ваше письмо уходит получателю.